сегодня игра была очень тяжелая. Вторая за день. Рано утром играли. Вот. Но дело в том, что ребята молодцы, настроились, мы их настраивали как могли, хотя уже второе место в группе заняли. Они все-таки победили. Вот. Завтра играем за выход в финал с командой хозяев. Хотелось сказать, что как бы будем настраиваться, как бы не было тяжело, мы готовы биться за финал.